Стали известны имена участников вчерашней перестрелки в Ивано-Франковске. Это бывший депутат Горсовета от партии регионов, владелец продуктового рынка Игорь Халаменда и Анатолий Француз-младший, сын бывшего начальника милиции Ивано-Франковской и Ривненской областей генерала МВД Анатолия Француза. Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на показания очевидцев. Полиция эту информацию нам не подтвердили, но и не опровергли. Что-либо комментировать пока отказываются. Напомню, конфликт со стрельбой возник накануне между посетителями в одном из ресторанов города. Два человека получили ранения. Все участники, включая пострадавших, скрылись. Вскоре полиции удалось задержать три авто, в двух из которых нашли оружие. Одна из машин, по утверждению журналистов, принадлежит сыну генерала Анатолию Французу. А вот Игорю Халаменде якобы удалось сбежать вместе с одним из раненых.